Здравствуйте! В эфире «Экономика» – программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Сегодня в выпуске. Казахстанцы все охотнее пользуются системами денежных переводов. Куда и сколько отправляются отечественники? Индийцы готовы вкладывать сотни миллиардов тенге в птицеводческую отрасль нашей страны. Какие объекты первыми появятся на территории республики? Штаты Мексика и Канада договорились о зоне свободной торговли. При этом США так и не отменили пошлины на сталь и алюминий. Об этих и других темах экономики в ближайшие 10 минут. Я Гульнара Жандагулова. Начнем. $45 миллионов. Именно столько денег инвестируют Объединенные Арабские Эмираты в строительство птицефабрики по выращиванию и переработке индейки. Комплекс появится в Восточно-Казахстанской области. Деньги вложил и лично курирует проект шейх Халиф Ибн Халид, пишет интернет-издание «Курсив КЗ». Строительство комплекса будет завершено в 2020 году. Крупный инвестор пришел в ИКО с тремя проектами. Строительство сахарного комбината мощностью 12 тысяч тонн, создание комплекса по выращиванию форели и строительство большого птицекомплекса по производству индейки мощностью до 60 тысяч тонн. Фабрика состоит из нескольких цехов инкубатора, фермы по выращиванию птицы, цехов забоя, переработки и упаковки. Выращивать будут индейку породы Биг-6. За 22 недели птица набирает вес до 27 килограммов. Для поддержки в реализации крупного проекта районный акимат со своей стороны обеспечит всю необходимую инфраструктуру и предоставит земельный участок в аренду. В птицеводческую отрасль Казахстана намерены инвестировать индийские бизнесмены. Речь идет об $1 миллиарде и выше, сообщает пресс-служба «Казахинвест». В Астане прошла встреча заместителя председателя правления «Казахинвест» с представителем компании VH Group. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере птицеводства. Представитель индийской делегации сообщил, что на начальном этапе компания планирует строительство биотехнического парка в Казахстане, который будет включать в себя лабораторию по производству вакцин. $651 миллиард 400 миллионов тенге составил объем денежных переводов за 8 месяцев текущего года, сообщает Ranking KZ. Большая часть приходится на отправленные за рубеж 380 миллиардов 100 миллионов тенге. При этом рост за год на 27,5%. Из-за рубежа получено 220 миллиардов 500 миллионов тенге. Рост за год на 15,2%. На денежные переводы внутри страны приходится 50 миллиардов 900 миллионов тенге. Но при этом здесь самый высокий рост – сразу в 4 раза. За январь-август 2018-го предприятия химической промышленности страны выпустили продукции на 248 миллиардов 300 миллионов тенге. Это сразу на 18,4% больше, чем годом ранее, посчитали аналитики интернет-портала EnergyProm.kz. Больше 30% производства сконцентрировано в Жамбылской области, еще 14,7% в Актюбинском регионе и 13% в Карагандинской области. В Жамбылской области сфера химической промышленности продолжает активно развиваться. На Казахстанско-турецком инвестиционном форуме в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в Турцию акимат Жамбылской области и турецкая компания Yıldırım Holding подписали двустороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта по производству кальцинированной соды. Срок окупаемости проекта рассчитан на 7 лет. Предполагают создание 300 постоянных рабочих мест. На первом этапе компания намерена вложить $300 миллионов в реализацию проекта. Проектная мощность завода на начальном этапе около 400 тысяч тонн кальцинированной соды в год, что равносильно объему импортируемой сегодня из России соды. С закрытием потребностей внутреннего рынка на втором этапе планируют увеличение проектной мощности до 1 миллиона тонн соды в год и производство продукции на экспорт.
Президент США Дональд Трамп официально объявил о достижении соглашения USMCA – соглашение США, Канады и Мексики, которое должно будет заменить договор о североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. Соглашение – крупнейшее в истории США, которое будет охватывать торговлю на 1 триллион 300 миллиардов долларов в год и обеспечит США сотни тысяч новых рабочих мест. При этом импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады будут сохранены. Трамп отметил, что торговый дефицит США с момента заключения сделки НАФТА достиг 2 триллионов долларов. Было потеряно 4 миллиона 200 тысяч рабочих мест. Теперь, по его словам, сделка обеспечит сотни тысяч новых рабочих мест. Рост объема строительства в Казахстане повышает спрос на цемент и щебень. Первый, кстати, производят из того же щебня. И, как говорят специалисты, те запасы, которые имеет республика, могут с легкостью покрыть всю территорию страны асфальтобетоном. Сегодня в нашем обзоре производство щебня. Казахстан обладает колоссальными запасами щебня. Республика занимала в бывшем Советском Союзе второе место по этому показателю после России. На государственном балансе Республики Казахстан числится порядка 620 объектов с балансовыми запасами строительного камня, который составляет 6 миллиардов 400 миллионов кубических метров. Из них 400 объектов у нас разрабатывают общими запасами 3 миллиарда 800 миллионов кубических метров и 220 находятся в резерве, а это еще составляет 2 миллиарда 600 миллионов кубических метров. У нас огромные месторождения, огромные запасы, ну и неплохой объем производства. То есть Казахстан может вообще покрыть твердым покрытием, и бетонным покрытием, и асфальтобетоном практически всю территорию Казахстана дорожной сетью. Вот. И поэтому очень большие перспективы у нас именно для производства высококачественного бетона, марки 400 и выше. Это используется сейчас в современном строительстве, особенно для развития дорожной инфраструктуры. За прошлый год добыто больше 43 миллионов кубических метров строительного камня. И в сравнении с 2016-м этот показатель вырос практически на 60%. Тем не менее, в 2015-м щебня произвели почти 51 миллион кубических метров. Однако, как поясняют эксперты, все регулирует именно спрос. Наибольшее количество недропользования у нас зарегистрировано в северном регионе. И объем добычи за год составляет порядка 30 миллионов кубических метров. А северный регион – это у нас Акмолинская, Кустанайская и Северо-Казахстанская область. Объем добычи зависит в основном, конечно, от спроса. То есть, скорее всего, 2015 год объем добычи связан с тем, что со строительством Экспо. То есть, когда есть спрос, у нас, соответственно, есть объем добычи. Между тем, щебень не относится к экспортоориентированной продукции. Это продукт так называемого короткого плеча. Зачастую, где ведут строительные работы, там и возводят мини-дробильные заводы. Щебень используют в основном при строительстве. В строительстве автодорог, в строительстве жилых помещений. Ну, строительный камень добывается, потом проходит первичную переработку, дробится он на фракции определенные, и вот эти фракции затем используются по направлению. Строительный камень не подразумевает складирование, то есть строительный камень, он добывается и тут же реализовывается. На местах, да, где более крупные объемы добычи, ставятся дробильные оборудования, где сразу проходит дробление и дальше реализовываться в соответствии с фракциями. Тем не менее, продажи строительного камня из Казахстана есть. За прошлый год отечественные производители отправили в Россию и Кыргызстан порядка 4000 кубических метров щебня. Как отмечают эксперты, перспективы производства щебня в Казахстане огромны. А с учетом реализации государственных программ, таких как Нурлы-Жол или Нурлы-Жер 7-20-25, которые оказывают существенное влияние на строительную отрасль, можно с уверенностью говорить о постоянном спросе на камень в обозримом будущем. Это была «Экономика», программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Я Гульнара Жандагулова. Увидимся.